Постольку ребенок приходит в этот мир, он сознает, что одинок, что представляет собой сущность, отдельную от всех других. Эта отъединенность от мира, подавляющего и сильного, и могущественного, и часто угрожающего, и опасного, по сравнению с индивидуальным существованием, рождает чувство бессилия и тревоги. Эрик Фромм. Тенденция, очевидная для большинства регионов Кыргызстана и в особенности отдаленных горных сел, не изменилась. Сельская молодежь по-прежнему покидает села и поселки в надежде получить качественное образование и найти достойную работу в городе. Это значит, у большинства сел нет будущего, они обречены на медленное старение. Так в одном горном селе остался только один ученик, посещающий местную школу. Good morning, class. Let's start our class if no one is absent today. Let's talk about your pets. Whom do you have as pets? I have Zeroy, Uybar, Anan Mushirumna. Садись на место. Ты дежурный сегодня? Я. Ну, давай дежурь. Потом закрой на самом деле. Thank you.
Кип. Привет. Салам. Выполни. Огурцы. Тулган күніңді? Азамат, мен сағамына бірделек дайырдап қойдым әлі. Қарағана, тулған күнің мен? Келенді. Ечіп қой өйлі. Қалауысты айтып. Шының бар өлі, келемі. Сыға айтып қой өлі, қалауымды, қырыша айтқандай. Знание человека, который знает вещи, характеризует человека умного. Знание того, каким вещи должны быть, характеризует человека опытного. А знание того, как изменить их и сделать к лучшему, характеризует человека гениального. Гелеми, гений бой, Давай! Давай. Гель, ну да, чипай. Давайте. Әчемі, ноларды, жейлі. Не помешаем? Здравствуйте, класс. Вот, знакомьтесь, Танаим, наша новая ученица. Да? Проходи, проходи. Ну все, не буду мешать. Thank you.
Любовь – это два одиночества, которые приветствуют друг друга, соприкасаются и защищают друг друга. Райнер Мария Рильке.